Друзья, всем огромнейший привет! У меня сегодня завтрак непрезентабельного вида яичница, две сосисечки, папа может пожарила. Тут у меня грузинский острый кетчуп, зеленый горошек, огурец маринованный, рюмка. Ну что, давайте приступим, я очень хочу жрать, я голодная. Да-да, именно жрать, друзья мои, именно жрать. Непрезентабельного вида, эти самые, как его, пожарила яйца, потому что у меня беспонтовая сковородка. К ней прилипает все. Прилипает все, у меня уже слюнки текут. Слюнки текут. Но сначала, ребят, давайте просто вот, знаете, как сказать, для аппетитику. Для аппетитику. Ну а что, мне никуда не надо, я не работаю, я балдюпина дома, лежа на диване. Так что для аппетитику можно. Ну что, ребятки, ваше здоровье. Будьте здоровы и счастливы, друзья мои. Огурчик. Всем приятного аппетита. Хорошо пошла. Так, я вот не знаю. Может мне вилочку взять? Какие сосисечки аппетитные. С помидоркой. Ой, как вкусно. Ой. Горошек. Из мозговых сортов. Очень мягкий и вкусный. Как у вас дела, друзья мои? Как настроение? У меня замечательно. Не знаю, что этому способствует, наверное, мерзопакостная погода, но у меня отличное настроение. Отличное. Немножко кетчуп макнем. Ну а что? Смотрю, некоторые мукбанги. Не я одна. Могу выпить рюмочку. Для аппетиту, так сказать. Чисто для аппетиту, для здоровья, ребят. Я не сижу, не бухаю тут. Не упиваюсь в дрободищу. Но рюмочку позволить себе могу. А могу и больше позволить рюмочке. Бульончик. Сегодня с Настей будем готовить свекольник. Я уже давным-давно не готовила свекольник. Это как борщ, но я, по-моему, люблю свекольник даже больше борща. Давайте еще по одной, да? И завтра в школу не пойдем. Сегодня у нас что? Какой день недели-то вообще? Хуй его знает, да? Какая разница вообще? Это водка.
Осталось еще с прошлого стрима у меня. Больше полбутылки. А что-то вот так захотелось. Прям так вот захотелось. Не знаю, вот настроение прям у меня бомбическое. Думаю, дай-ка я сниму завтрак. Ну, как завтрак? Уже обед, можно сказать. Обед. И пару рюмочек-то я накачу. У меня есть там пару видосов, где я там побухиваю немножко. Чутка. Ой. Ой. У меня никаких нет новостей, абсолютно. Сижу дома, дубак, пинаю балду. Ну там, по дому, постирушки там, пропылесосить, там полы протереть, пожрать, сварить. Все. Никуда не выхожу вообще. Ну, за сигаретами. А тут КБ у меня прям в соседнем доме. Это вот два шага. И все. Вот огурцы в КБ куплены. Настя покупала. Забыла, правда, название. Очень вкусные. Вот прям как я люблю огурчики. Сочная, хрустящая, бомбезная. Очень люблю соленья вообще, такие маринада. Я, короче, хотела жиденькое яйцо, но у меня получилось, что оно запарилось под крышкой. Ну да ладно. Сейчас сперва думала, подключу, короче, видос снимать. И хотела я, ну, дзен запустить прямой эфир, а потом вспомнила. Что там невозможно, блин, никого забанить. Ни забанить, ни сообщением удалить. Ну, тупой. Тупая платформа, непроработанная. Я еще когда по лету запускала стрим на Дзене. Мне не понравилось. Вообще никак. Что-то я уже наелась. Прям наелась. Прикиньте. Вот для аппетиту как. Водочка-то. Залетает только в путь. Все, друзья мои, прямо от вообще от пуза, от пуза. Сегодня у нас что, какой день-то, бля? Наверное, среда, да? Да. А в четверг привоз раков. Свежих живых раков нам туда на ярма. Хочу сходить купить раков килограммчик. В тот раз у меня раки обошлись на 3 рубля. И хочу постримить. Ну, взять, короче, как обычно, одну. Так, не спеша, потихоньку с вами посидеть, пообщаться. Не на это самое, до зеленых там соплей в сиську, в письку.
Ну, так нормально, короче, быть в адеквате, я бы сказала так, да. Если завтра будут раки, короче, завтра четверг. Завтра четверг, я не знаю, когда вы увидите это видео. Завтра, наверное, в этот четверг вы увидите это видео. Я выложу его. Угу. Да. И, наверное, я думаю, запущу стримчанский. Я думаю. А после этого видео будет видео с пиццей с Настей. А потом будет видеоконкурс. Так что, друзья мои, всем буду... Ну, короче, это будет потом, все будет потом. Все, мои хорошие, спасибо, что покушали со мной. Не забывайте ставить лайчочки, мне будет очень приятно. Пишите комментарии. Всех обняла, всем пока.